Это произошло в среду вечером на дороге Киров-Кирово-Чепецк-Фаленки. Произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva под управлением 35-летнего мужчины и грузового автомобиля Volvo под управлением 38-летней женщины. В результате происшествия водитель и 33-летний пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибли. Водитель автомобиля Volvo получил травмы. В обстоятельствах этой смертельной аварии сейчас разбираются следователи. В Омутнинском районе еще одна трагедия. По предварительным данным, 54-летний водитель УАЗа не справился с управлением. Машина перевернулась, и в результате погиб сам мужчина за рулем внедорожника и его 82-летний пассажир. Травмы получил 55-летний пассажир. В Кирове на улице Ломоносова водитель грузовика «ДАФ» врезался в автобус. Пострадали 5 человек, среди которых 16-летняя девушка. В Кирово-Чепецке на улице Некрасова водитель «Хонды» наехал на 8-летнего пешехода. Ребенку медики оказали помощь. В Кирове на неравнозначном перекрестке улиц Урицкого и Горбачева столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Ford Focus. Вот это авария, конечно. Поехали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия.